Теперь, Ал, ты садись сюда и сама собирайся, тебе, если что, Амир поможет, да? Да, давайте. А я его одену, быстренько. Сюда. Твой пояс. Иди сюда. Давай, спиной ко мне повернись, спиной. Давай. Настя, хорошо. Теперь оденем груза на тебя. Друзья. Все, нормально? Хорошо. По килограмму. Два нормально, с второй строчкой нормально ты уйдешь, не переживай. Я ухожу. Так, значит, сейчас на тебя надевают жилет. Это тяжело. Нет, не тяжело совсем. Не надо, папа, вводить дезинформацию своего сына. Окей. В дайвинге тяжело только теория дается, как правило. А практика самая сложная. Остальное, да. Смотри. Давай сначала ручку одну, потом другую. Вот, молодец. Держи сюда, вот сюда. Вот. Стоп. Теперь я тебе сейчас буду застегивать. Но сначала мы сделаем немножко ручки вверх, да, нет? Ручки, да? Вот, вот, не так. Там тело тебя в воде еще поправят. Потому что сейчас пока мы сделаем так, чтобы ты такой воду мог зайти. Там она тебе все еще под себя. Грузовые? Ты снимаешь, если не снимаешь, зачем ты пришла? Ты так сделал, ты сейчас не сделаешь ничего. Это так сделано, что ты уже не вытащишь. Большой пояс. Горды. А ты потушь,